Акция «Наш лес. Посади свое дерево» помогает не только спасать лесные массивы, но и благоустраивать дворы и улицы. В экологическом мероприятии активно принимают участие представители администрации и служб округа, а также неравнодушные жители муниципалитета. Хорошо, что эта традиция осенью. Наступают замечательные дни бабьего лета, и мы постараемся как можно больше посадить на территории нашего Видновского края замечательных разных деревьев. Пусть это будут яблони, пусть это будут туи, пусть это будут ели, пусть будет у нас зелено и красиво. На Петровском проезде площадки для высадки деревьев, а также виды растений выбирали с учетом пожеланий местного населения. Выбрали место такое, которое наиболее проходимое, потому что здесь до этого были заросшие, ситуация заросшая, тут вырубалась часть старых деревьев больных. Люди обращались, просили восстановить, вот мы обещали людям, мы сейчас помогаем, восстанавливаем. На данной территории у нас было комплексное благоустройство в прошлом году, и, соответственно, взамен удаленных старых возрастных больных деревьев мы производим высадку здоровыми, молодыми, красивыми саженцами. По заявкам жителей, которые согласовали с жителями, спросили, что бы они тут хотели. Начали в прошлом году высаживать туевую аллею. Сегодня продолжаем ее высаживать. Ну а здесь, в зоне, в видовой зоне, сажаем шаровидную тую. Помогают сажать деревья участникам акции представители общественных организаций. Руководитель движения «Видный волонтер» Сергей Тен рассказывает, что именно с таких шагов начинается культура бережного отношения к природе. Это отличный пример не просто для жителей, а для подрастающего поколения. То есть подрастающее поколение – это наша, так скажем, целевая аудитория, для которой мы все это делаем, чтобы показываем своим примером, что нам не безразлична окружающая среда и, в частности, зеленая часть нашего округа. Для посадки хвойных деревьев сентябрь – наиболее благоприятный месяц. Почва еще мягкая и способствует разрастанию корневой системы. Поэтому саженцы должны хорошо приспособиться к новым условиям и радовать жителей и гостей Петровского проезда. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.